Это должно быть желание. Я понимаю, что специально не будут открывать избирательные участки в достаточном количестве в Российской Федерации, потому что люди, которые там работают, они кормят свои семьи там. И почему-то не ездят они на заработки в европейские страны, там мало людей ездят, а в основном работают в Российской Федерации. И любое нормальное государство, адекватное руководство должно обеспечить как минимум 70-80 избирательных участков там, чтобы люди могли голосовать. Пропускная способность одного избирательного участка в среднем колеблется от 3 до 5 тысяч, в зависимости от организации работы. Если там открыть 4 избирательных участка, о которых говорят, это максимум 16 тысяч человек могут принять участие в избирательном процессе. И получается, что государство лишает собственных граждан, вынужденных быть на заработках, даже участвовать в голосовании. Поэтому там должно быть открыто не меньше 50 избирательных участков. И это право Центральная избирательная комиссия может организовать, и правительство может этому вопросу содействовать. Было бы желание.